Ульяновская область продолжает работу по федеральной программе капитального ремонта школ. Всего в регионе преобразятся 10 образовательных организаций, 7 из которых отремонтируют уже в этом году. Среди них 1-я и 2-я гимназии, кадетская школа номер 7 и 40-й лицей при Улгу. За полвека существования здание лицея капитально не ремонтировалось, поэтому сейчас масштаб реорганизации внушительный. Ремонтируется в ходе капитального ремонта буквально все. Это и системы жизнеобеспечения лицея, отопление, вентиляция, система горячего, холодного водоснабжения, учебные кабинеты ремонтируются, рекреации, санузлы. А также подвальные помещения, спортивные и актовые залы, пищеблоки, даже кровли и фасад здания. Кроме того, программа капремонта предусматривает закупку нового оборудования и повышение квалификации учителей. Глава региона Алексей Русских ход ремонтных работ держит под личным контролем. Александр Егорович, следите за графиком, чтобы отставания не было. Здесь практически в субботу здесь встречаемся, рабочий момент обсуждаем. Пока вроде опасения. Отслеживаем, как идут ремонтные работы. Вот на сегодняшний день хотел сказать, что, на мой взгляд, они идут с опережением, но это объективно. Вот, и уже начали штукатурные работы на 4-м этаже. Пока в школе активно ведется ремонт, учеников приютила 6-я гимназия. Однако в новом учебном году школьники вернутся в родной, уже обновленный лицей.